Хорошие, всем большой снова привет! Сегодня для вас буду делать вот такой вот очень сценический яркий макияж. Он классно смотрится на фотосессиях. Его можно сделать чуть по-другому, сделать более блеклыми, скажем так, глаза, изменить помаду, пойти на какую-нибудь вечеринку. Главное понять, да, сочетание контрастных цветов. Подходит он абсолютно любому цветовому типажу, как светленькой, так и темненькой девушке. Очень стильный, как мне кажется, образ, очень современный, модный. Вот, и не забывайте, приходите ко мне на курсы ежедневно в Санкт-Петербурге, в Москве вот-вот будет 18 октября, плюс я Москву набираю уже на декабрь сразу, и покупайте косметику, представленную в этом видео на сайте justmakeup.ru, ссылочки под видео, и снова ко мне на канал за просмотром новых видео, всех люблю, надеюсь, вам понравится это видео. Тон у нас сегодня будет двоечка от Pies Long Cover Fluid. Тон представлен на нашем сайте, очень хороший, стойкий, на смешанной основе. Подойдет любому типу кожи, ссылочка под видео. Доставка у нас в любой город, в любую страну. И кисточкой плотно набивной, также из набора наших кистей. Такая кисточка самая-самая удобная для нанесения тональных средств. Это плотно набивная кисточка, которая с Pies Clair, также с нашего сайта, тоненький, очень хороший светоотражающий консилер под номером 1. И Dior Skin Star двоечку, потому что двоечка более тепленькая, единичка, да, от Pies более холодненькая, как раз то, что мне сегодня нужно. Сегодня также будем пудрой Pies рисовой с нашего сайта. Хорошая, прозрачная, транспарантная пудра. Будем делать вот такой бюджетной палеточкой, троечкой от Makeup Revolution, которая тоже есть у нас на сайте. И хайлайтер, и румяна, и скульпты будем использовать отсюда кисточкой для всего этого дела, тоже с нашего набора кистей. Гелем Adjust мы теперь с вами сделаем бровки. Наконец-то возвращается наш любимый гель с моего сайта. Прозрачным гелем тоже с нашего сайта от Vivienne Sabo. Я себе конкретненько так расчешу бровки. Навеки от NYX. Тоненько распределяю веточку, которая с нашего сайта, и вот этим вот светло-розовым оттенком покрываю все веко. Тоненько, не плотно. 0,92. Такой вот фиолетово-розовый оттенок. Он на самом деле смотрится чисто фиолетовым, но я прекрасно знаю тени виджи, они кажутся ярко-розовыми. Хотя у меня, конечно, задача взять фиолетовый. Я надеюсь на чудо, что все-таки может быть. Пигмент от Inglot под номером 34.
немножечко подтушуем. Я беру оттенок теней Биджи под номером 039, вот такой темный ежевичный внешний уголочек. Из этой палеточки, про которую я говорила, мы берем черный цвет. Черным цветом затемняем самый-самый внешний уголочек, то есть вот на глубину. А плоскую, такая плоская растушевочная кисточка, это вот Рублев под номером F010, и красные тени любые. Можно даже вот такие вот красно-рыжеватые из этой палетки. И немножечко снизу на свод. Добавить цвета. Можно вытянуть уголочек, да? Тоже. F14 от Inglot, голубой пигмент. Наношу его на центр. Синарт, пигмент под номером 105, называется он Violet Blue, 105 пигмент, очень интересного такого фиолетово-голубого цвета, фиолетово-голубого, прикольный пигмент, реально прикольный, я его очень люблю. И им тоже плоскую кисточку, естественно, мы все работаем. Им я немножечко вот граничку даже добавлю его не основной, да, акцентирующий, который у нас был голубой вот, ну, первый, да, Inglot, а именно переходной. Вот еще возьму беспристрастный пигмент от Tami Tanuka, который в прошлом видео был серебряный такой. Все-таки называется он беспристрастно, ребят, извините, когда я вам заполняю описание к видео, я уже, к сожалению, не в офисе, я дома. И немножечко, чуть-чуть. Прямо сверху по розовому, буквально вот. Ближе ко внутреннему уголочку. Немножко карандашиком. Сделаем небольшую межресничку. Двумя оттенками помад с нашего сайта от Lime Crime. Первый оттенок называется Fetish, второй оттенок называется Скандал. Это
этот оттенок называется у нас «Скандал». Оттенок «Фетиш», он, насколько я понимаю, немножечко потемнее. Его можно по бокам. Хочется, можно еще оттенком Фандиаго Purple, Фанданго Purple, слик с нашего сайта помада тоже, сделать по центру. Друзья мои, ну что, наш образ готов. Конечно же, можно изменить цвет губ, можно сделать нюдовые губы, можно сделать какие-то другие глаза, но вот я решила показать вам что-то такое более необычное в цветах. Я очень жду всех к себе на курсы. Каждый день в Санкт-Петербурге и в Москве будет вот-вот 18 октября следующий набор на Москву, это декабрь, тоже уже всех набираю. Вот, жду всех на сайт justformakeup.ru за косметикой, представленной в этом видео. И всех очень люблю, жду на свой канал, жду в Инстаграм, ВКонтакте. Всем большое спасибо за просмотр.